1 ноября на базе Буйского техникума градостроительства и предпринимательства прошел большой этнографический диктант. В нем приняли участие порядка 50 человек. Это студенты двух техникумов – Буйского техникума градостроительства и предпринимательства и Буйского техникума железнодорожного транспорта. Участников диктанта приветствовал директор техникума Дмитрий Федоренко. Вы уже определяетесь в выборе, а может быть, определитесь в выборе своей профессии окончательно. И нужно понимать, что современный работодатель выдвигает очень такие, может быть, не совсем привычные требования к современному выпускнику, профессионалу. Это, во-первых, умение учиться и переобучаться, и поэтому всесторонне развиваться. Участие в подобного рода мероприятии – это подтверждение того, что вы стараетесь быть всесторонне развитыми. И второй момент – это умение работать в команде. А этому можно научиться только, если вы будете уважать своих коллег, неважно какой национальности они будут в ваших командах находиться. В Костромской области более 114 национальностей, на территории Российской Федерации более 190. Поэтому очень важно понимать особенности каждого народа и знать историю своей многонациональной страны. Вам легче будет выстраивать свои коммуникационные отношения. Большой этнографический диктант – это международная просветительская акция, проводимая в рамках мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Диктант приурочен к Дню народного единства и способствует укреплению общероссийской гражданской идентичности. Диктант проводился с целью оценки уровня этнографической грамотности населения и знаний о народах, проживающих в Российской Федерации.